بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد На прошлом уроке, начав разбирать тему науки сарф, то есть предмет изучения науки сарф, мы поговорили о разнице между наукой сарф и наукой наху, сарф и наху, между морфологией и синтаксисом арабского языка. Продолжая начатое, скажем, что темой науки сарф или тасриф, то есть предметом изучения данной науки, являются отдельно взятые арабские слова. Слова литературного языка аль кальмат аль муфрадут то есть те самые единицы или элементы, из которых состоит литературный арабский язык. Как мы знаем, в арабском языке три части речи. Это исмун, куда входит существительное, китабун, прилагательное, джаридун, висамени, и так далее. Вторая часть – это глагол как, например, катаба глагол прощающего времени, яктуб глагол настоящего будущего времени, аль октуб форму повеления приказа, «сиот амрин. И третье это харф, предлог частицы, как, например, мин, ад, «лан», халь и так далее. Сразу же следует указать на то, что наука сарф или тасриф не изучает, не рассматривает харф. сарф или харфа, так как харф, то есть частица или предлог, это слово с неизменяемым кончанием, калиматом мабнитун» – происхождение которого неизвестно. То есть, от чего она образована? Оно имеет одну и ту же постоянную форму, кроме некоторых редких исключений, которые то не поддаются правилам. Их просто запоминают. Например, харф, частица софа. Это харф, у него есть и другие, более краткие варианты, как, например, сау или соф или сай. Но все это не рассматривается наука сарф. Пример харф, кад, например, халь, мин, лян и так далее. Все харфы, предлоги или частицы – это непроизводные слова с неизменяемым окончанием, а значит не будут предметом изучения науки сарф, так как эта наука по своей специфике изучает только те слова, которые поддаются видоизменению. А такие слова, как хуруфы, то есть предлоги или частицы, не соответствуют данному требованию из-за своей вида неизменяемости, поэтому они не, не рассматриваются данной наукой. Также к видам слова, которые не рассматриваются наука сарф, относятся алясмальмабниты, имена с неизменяемым окончанием, как, например, местоимение Аллумайр, Хуа, Анта, Ана,

то есть имена в значении глаголов, такие как, например, са, иги или ихин, хайхату, уффин, амин и так далее. Также сарф или тасриф не рассматривает не арабские имена, как, например, Ибрагиму, Якубу, Юсуфу и так далее, так как эта наука применительна только к арабским именам. А, упомяна... а упомянутые и подобные им имена, хотя и являются именами с изменяемым окончанием, но в своей основе они не арабские, не из арабского языка. Так, например, ты не можешь узнать как образован имя Ибрагим. Так же, как невозможно, например, узнать, как образованы слова «халь» или «баль» или «кат» и так далее. Поэтому у них здесь такое же положение, как у этих харфов. Также к видам слова, которые не рассматриваются на укасарф или тасриф, относятся «аф'алун джамидатун» – непроизводные глаголы, застывшие глаголы, то есть такие, которые имеют только одну форму, морфологическую форму. Глаголы, которые не видоизменяются, не изменяются по формам, неизменяемые глаголы то есть не имеющие от Сыгаут аль от формы прощающего времени, формы настоящего будущего времени аль мудара или формы повеления приказа Сыгаут аль-Амри. Так, глагол в арабском языке делится на два вида. Аль-Афалю Кисмани. Мутасарфун, то есть виды изменяющиеся, от которых образуются разные другие формы, как, например, катаба, форма прощающего времени аль-мада, яктубу, форма настоящего будущего времени аль-мудали, уктуб, форма повеления приказа, Октуб Кайтман и имя действователи, причастие действительного залога, Мактубан и причастие страдательный залог и так далее. А второй вид это Джаймидун, неизменяемые глаголы, непроизводные глаголы, у которых имеется только одна форма, глагол, от которых не образуется форма аль или амур или Исмфайл и так далее, то есть так называемые застывшие глаголы. Например, такие как Ниама, Ниама, Биса, Хаша, Лейса, Аса и другие. Так лесть, например, если мы возьмем за пример имеет только форму прошедшего времени, и у него нет аль формы настоящего будущего времени, нет формы исмфаль и так далее. Мы говорим, например, лейса, лейса, лейсу, лейсет, лейсата, лесна и так далее. Но у него нет аль и амура. Таких неизменяемых глаголов а аль и очень мало по сравнению с изменяемыми глаголами, то есть которые меняются от формы аль-мады, формы, формы прошедшего времени, к форму аль настоящего будущего времени, а также в форме амра, в форме приказа, повеления. Значит, предметом изучения науки сарф не являются все виды хуруфа, то есть предлоги и частиц, также имена с неизменяемым кончанием, аль-асмаль также застывшие глагол аль-аф'ал-джамидату, то есть неизменяемые глаголы, так как эта наука изучает изменения, которые происходят в слове. А упомянутые три вида из-за своей неизменяемости не подходят для этого. Наука Тасриф рассматривает, как мы уже сказали, Аль-Асмавлю-Арбит туль арабские имена с изменяемым окончанием, существительные, например, имена, склоняемые имена, а также аль афалю виды видоизменяющиеся глаголы. Значит, наука-тасриф или сарф изучает отдельно взятое слово с позиции рассмотрения того, как оно образовано, дабы указать на тот или иной смысл, а также рассмотрение различных присущих ему состояний и изменений как наличие или отсутствие слабых букв, например, алифуавия, наличие добавочных букв, например, хуруфа, зиядатия, аль и танцаху, и связанных со всеми этими изменениями. Также, например, наличие однородных букв, например, слабых букв и так далее. Аллаху а'алам.